Я не буду, да, я буду стоять. Куда? Я только один мешаю вам. Лично я вам мешаю. Кому еще? Добрый день, уважаемые товарищи. Воробьева Людмила Федоровна, первый секретарь Тверского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Тверской области, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Тверской области, член Центрального комитета КПРФ. Николай Николаевич попросил меня сегодня открыть эту встречу, поэтому позвольте мне это сделать, от вашего имени поприветствовать его на нашей гостеприимной Тверской земле, которая, в общем-то, во все века славилась своим общественным духом, протестным духом. Не случайно вот в годы реформ Тверь получила устойчивый статус красного города. Красная Тверь. Николай Николаевич, просто несколько век таких вот я хочу напомнить современной истории протестного движения, протестного голосования в Твери. Ну, достаточно вспомнить, и жители Твери, тверичи подтвердят, что в 1993 году, когда проходили первые выборы в Государственную Думу, то в двух округах, которые у нас на территории Тверской области, победили коммунисты Астраханкина Татьяна Александровна и Буюнов Владимир Александрович. Хочу напомнить, помните историю с выборами, когда соперничали Буюнов и Платов. И сегодня всем очевидно, что на тех выборах побеждал Владимир Александрович Буюнов, но судебная система все сделала, чтобы на этих выборах стал победителем Платов. Я хочу напомнить 2009 год, когда на выборах в Тверскую городскую думу коммунисты и наши сторонники набрали более 49% голосов. «Единая Россия» набрала 24%. И из 21 депутата 10 мандатов принадлежали коммунистам. Буквально не хватило одного голоса для большинства. Хочу напомнить такие важные события, вот, которые связаны с общественным движением, с таким вот, ну, как бы борцовским характером жителей нашего областного центра. Это единение вокруг кандидата от национально-патриотических сил Павла Николаевича Грудинина. Какой всплеск был общественной активности, чтобы поддержать эту кандидатуру. Напомню, что жители города Твери и области принимали участие в таком мероприятии, как создание инициативной группы для проведения референдума по пенсионной реформе. Тогда мы все сделали, зарегистрировали группу, подали документы в областную избирательную комиссию. Но всем понятно, что другая инициативная группа каким-то образом на день раньше нас сдала эти подписи, поэтому две инициативные группы нельзя было никак зарегистрировать. Что так вот я еще вспоминаю из наших таких вот событий больших. Но вот здесь присутствует мой коллега Артем Сергеевич Гончаров, тоже депутат Законодательного собрания, секретарь областного комитета КПРФ. На прямых выборах в городе Воинской Славы он занял первое место и был депутатом Законодательного собрания по одномандатному Ржевскому округу. Напомню, выборы в прошлом году, дополнительные выборы в Государственную Думу, когда наш кандидат в таких вот городах, где нам удалось сохранить голоса, где были наблюдатели, в таких городах, как поселок Оленина, Нелидово, Ржев, мы, Вадим Георгиевич, занял первое место, опередив «Единую Россию». В прошлом созыве в Законодательном собрании у нас было 8 депутатов от КПРФ, то есть поддержка сегодня, ну, поддержка коммунистов, поддержка нашего областного отделения, она, конечно, чувствуется, и люди вокруг нас объединяются. Сегодня мы все живем в очень трудное время, и каждый из нас ищет
ответы на мучающие нас вопросы, как в таком положении оказалась наша страна, почему мы сегодня так живем, почему так живет наша Тверь, почему живут районные центры, так живут районные центры. И поэтому каждый прислушивается вот к каждому голосу, который звучит сегодня и в интернете, и в телевидении, и где люди пытаются как бы вот тоже найти объяснение тому, что сегодня произошло со страной. Пытаются, значит, как бы нам подсказать и всем вместе найти возможность, ну а как сломить эту машину? Я думаю, что сегодня у нас пойдет об этом разговор. У жителей Твери, тверичей очень много вопросов. Но, Николай Николаевич, вот самый главный вопрос, который нам всегда задают коммунистам, нашим сторонникам, другим, значит, вот левопатриотическим партиям, движениям, а почему вы не объединитесь вот в один поток, чтобы все дружно, навалившись, справились с этой гидрой, так будем говорить. Вот я бы тоже хотела найти ответ на этот вопрос. Сумеем ли мы предстоящим выборам, важным, знаковым выборам в 2024 году, объединить наши усилия, патриотические усилия и воли, заставить людей поверить, что надо идти на выборы, что надо голосовать, надо обязательно активно в этом участвовать. Вот я хочу тоже найти ответ на этот вопрос. Рады вас видеть в Твери и позвольте вам предоставить слово. Дорогие друзья, жители древней столицы России Твери, до того, как она попала в Москву, эта столица была в Твери, вы знаете, до этого в Владимире. Тверь была еще до того, как стала красной центром мощного восстания против монгол-татар в 1327 году. Несколько татарских ратей до этого не решили штурмовать этот город даже, потому что характер тверичей был известен. Что касается Калинина, то этот город мне тоже дорог. Ну, не только потому, что я здесь военные сборы проходил, это, конечно, ерунда все, что касается меня. Вы знаете, Тверь, конечно, хорошее название, но мне кажется, Калинин был еще, знаете, чем хорош, что именно от вас опять был первый народный президент в истории нашей страны, Михаил Иванович Калинин, который был и крестьянином одновременно, и слесарем, и всесоюзным старостой. Тогда таких людей, вот из народа, которые возглавляли мощную страну, не было нигде. И дедушка Калинин, как его называли, действительно очень многим помогал конкретно. Вот можно было ему написать, и во многих вещах он действительно шел с народом. Сейчас президенту 2 миллиона писем приходит каждый день, каждый год нашему. Ну, в общем, он отсылает их туда, на кого жаловаться. Ну, из Калинина, с Калининского фронта пришло последнее письмо от брата моего деда, в честь которого меня назвали. Дед здесь у вас не воевал, он под Вязьмой в котел попал. 33-я армия известная, которая была практически полностью ликвидирована немцами. И выжившие люди настолько были тогда признаны героями. Вы знаете, что Сталин в апреле 42-го устроил парад специально для тех, кто вышел с окружения 33-й. А брат его, Фрол, как раз, видимо, погиб без вести, пропал где-то в районе Калинина в феврале 1942 года. Так что еще раз спасибо вам за возможность поговорить с вами в славном древнем городе Твери и в нашем славном городе воинской славе Калинине. Спасибо. Прошу прощения, что опять у нас люди стоят. Не всем хватило места. Правда, надо отдать должное, что проблем таких с залом у нас, как в Волгограде, где нам отказали в 15 помещениях, здесь не было. Слава Богу. Но, тем не менее, вот видите, еще раз прошу прощения. Где-то у нас будет с вами 2 часа. Мы не Единая Россия, поэтому докладов не будет. Вопросы любые, иногда говорят, провокационные можно задавать. Конечно, можно и даже нужно. Мы с вами ведем прямую трансляцию в интернет, поэтому нас смотрят 1000 людей по всей нашей стране. Ничего, видите, не вырезаем. Так что все нормально. Что касается объединения, сразу могу сказать пару слов. Я не согласен ждать 21 года, понимаете? Меня выборы 21 года сейчас вот мало интересуют, если честно. Меня интересует 22 апреля 2020 года. Это точно. То есть мы должны 22 апреля показать, все. Да. И у меня, кстати, в этом связи первый вопрос-то как раз КПРФ, который пока не определился с позицией. Позиция нашего движения простая. 22
апреля отпразднуем 150-летие Ленина, разгромив Путина на его голосовании в пух и прах. Точно. Покажем ему, что никаких лажовых поправок, которые нам пытаются втюхнуть для того, чтобы навсегда остаться у власти, не пройдет. Мы очень надеемся, что коммунистическая партия, насколько я знаю, она определит свою позицию до 10 марта, как мне сказали, по крайней мере. Позиция еще раз, движение четкое. Идем, голосуем против. Одеваем значки с Лениным, с тем, чтобы мы видели. Потому что они говорят, что да никто не празднует в этой стране день какого-то революционера Ленина. Да господину Путину, да Ленина еще, знаете, вот Ленин это будет и через 200 лет праздновать. А вот что будет с ним после того, как он уйдет в отставку, я надеюсь, в этом или в следующем году, вот какая память останется по нем, тогда будет видно. Поэтому я очень прошу коммунистов, призываю идти с народом, сказать этим всем поправкам решительное «нет». Потому что все, что они нам сейчас предлагают, это ерунда, призванная замаскировать всего одну вещь. Создание Государственного Совета, который Путин хочет возглавлять до самой смерти, как это происходит в Казахстане. Причем видите, что они творят? Они говорят, голосуйте за то, чтобы в Конституции был Госсовет. Их спрашивают, а какие полномочия у него будут? Кто будет выбирать этот Госсовет? Кто будет возглавлять? А это мы потом, без вас решим. Это мы потом закон примем, да, но в Единой России 2/3 голосов. Вы только за сам Госсовет. Но видите, машина сильная вроде, на первый взгляд, да? Но как они боятся? Путин совершил ошибку, на мой взгляд, отправив в отставку правительства, ошибку для него. Потому что в декабре он еще нам что рассказывал? Правительство гениальное, то есть оно у нас проекты все реализует в декабре. Январь, 15 число выгнало, потому что понимает, что люди просто, у них же нет, просто недовольны. Они озлоблены вот этой всей болтовней, которая идет уже 20 лет. Вот этой всей программой 2020, по которой в этом году они нам обещают 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ну а что происходит с рабочими местами в Твери, я думаю, вы лучше меня знаете, да? И, к сожалению, то же самое происходит и в других регионах нашей страны. Вот поэтому, понимаете, вместо того, чтобы заняться экономикой страны, а без социализма это невозможно, они хотят остаться у власти еще на 2, на 3, на 5 лет, не мытьем, так пятанем. И боятся они только одного. Нашего мощного участия на голосовании, наших мощных, санкционированных законных акций протеста, когда мы говорим им, что мы свои голоса вам больше красть не дадим. Они лавируют, они и Бога готовы записать в Конституцию. Наверное, дьявола скоро захотят туда записать. Ну, какие формулировочки, видите, государство будет заботиться о детях. Блин, а что до этого-то? 30 лет с 91 года не заботились так, что страна уже стала вымирать практически, да, что они признают. Что хотите, вам запишем. Что мы наследники Великой Победы. Какой мы наследники Победы, когда губернатор Тульской области, бывший охранник Путина, запрещает знамя Победы на 9 мая. Да, да. И при этом мы еще на украинцев там показываем. Ленин у него шпион. Такой-сякой. Ленин виноват в развале Советского Союза. В Советском Союзе одни калоши делали, убеждает наш президент. Это в то время, как в Твери делали первый в мире экскаватор на пневмоколесном ходу, таких вообще тогда еще в мире даже не было. 80 стран экспортировали. У него одни галоши. Все это для чего? Чтобы сказать, ну да, сейчас все не очень. Но в Советском Союзе вообще все было плохо, ужасно. Понимаете? Да, для многих там было бы ужасно, особенно для Рудени, да, который имеет квартиру в 500 миллионов рублей в Москве, который выделил на ремонт всех больниц Тверской области 60 миллионов рублей в прошлом году, понимаете? То есть за одну его квартиру 10 лет можно было ремонтировать все больницы Тверской области. Не насытиться никак, понимаете? Поэтому там писать им, законодательные инициативы им вносить. Это, знаете, мы вот, например, не готовы этим заниматься, потому что понимаем, куда все эти инициативы пойдут. Мусорная корзина для этого готова. Наша задача сделать все возможное, чтобы начиная с 22 апреля этого года начать убирать их от власти. Хватит подцарствовать в воду. Все. Ну что, товарищи, друзья, вопросы? Да, если можно, вот вам микрофончик вот давай, просто потому, чтобы интернет-трансляция вас тоже было слышно.
Пожалуйста. Вот. Валерий Соколовский, значит, вопрос такой. Вы как-то уже озвучивали, да, я принципиально бумажку вам приготовил уже этот вопрос. Значит, вы как-то, значит, озвучивали, что известно о том, что собирали губернатор по внутренней политике. И там была поставлена задача, чтобы набрать 60% населения, которое должно прийти на голосование. И 70% из них должны, значит, проголосовать за. Это вы говорили, вы, наверное, подтвердите. Вот вопрос. Значит, получается, что мы, народ, должны просто прийти и обеспечить явку. Вот эту явку. А 70%, которые они должны накрутить за, они накрутят и без нашего там голосования за или против. Пожалуйста, ответьте. А, ну давайте с вами попытаемся стать умнее, чем они. Я понимаю, это вот позиция левого фронта, давайте сидеть на пятой точке. Вот поймите одно, вот бойкотом выборов, бойкотом голосования мы что добьемся? Они уже заявили, что будет электронное голосование. Вы понимаете, что такое электронное голосование? Все вообще не проверишь. Ну, это люди будут типа якобы сидеть дома и голосовать. Потом, самое главное, у нас что, разве есть нижний порог явки, с которым голосование действительно? Нет. Но придут 20%, проголосуют за их поправки. Они скажут, ну а чего вы не пришли? Ну 20% они что, не нагонят? У нас есть еще, к сожалению, достаточное количество тех, кто просто верит Путину, что если не Путин, война там будет, я не знаю, вообще все погибнут. Таких процентов 25. Потом загонят армию на участке. Вы что, этого не знаете? Я это в Хабаровске проходил, вот эти вот голосования с троем, понимаете? Когда я спрашивал солдат, вы каких кандидатов знаете? Не по команде одного. Ну придут они, пациенты психбольниц придут. Тоже электорат Единой России, правда? Подневольные рабочие с водоканала, там еще откуда-то, со школ, больниц, когда им скажут, не пойдешь, уволим, чертовы матери. Но они-то все придут. И вы потом будете рассказывать о том, а мы не пришли. Ну не пришли. Вы думаете, у Путина от этого аппетит, что ли, пропадет? Что вы не пойдете? Я-то предлагаю идти голосовать против, идти со значками Ленина, чтобы мы это все снимали перед участками. И уже поэтому было видно, что люди идут голосовать против, что они против этого настроены. Я призываю всех, если ставите против, фотографируйте свои бюллетени, выкладывайте их на сайт. То есть мы должны заниматься активной деятельностью. Пассивность нам ничего не даст. Вот в Москве у нас такие же персонажи призывали в 2018 году не ходить на выборы мэра. Но Собянин набрал бы свои 70% из 30%, которые пришли. А 70% не пришли. И что вы думаете, Собянин ночами что теперь не спит? И говорит, ой, как же печально, что пришло всего 30%, да его плевает. Придет 25%, какая разница? То есть, не ходя на это голосование, мы обрекаемся, первое, на бездействие, второе, на отсутствие активной борьбы против них. Мы должны в сетях, вообще везде, но телевизор нам не дадут, это понятно, говорить о том, что люди идут и голосуют против. Они должны об этом говорить. Не стесняться, я понимаю, что это опасно, особенно в маленьких городах, где если уволят, там сложно просто устроиться на работу, я все это понимаю. Но бойкот, на мой взгляд, ну это самая пассивная позиция, которая возможна в нашей ситуации. Вот помните пенсионную реформу? 18-й год. Я тоже ходил на все митинги в Москве, два было митинга против пенсионных, призывал всех прямо вот с этого митинга, придите. Нет, на дачу. Банки закатывать. У меня тоже дача есть. У меня банки в подвале стоят, наверное, еще с советских времен. Там некоторые есть. Я думаю, огурцы или помидоры. Но я-то почему-то успеваю на дачу и 5 минут потратить на митинг. На митинг пришло в Москве, 1020. После чего они что решили? Что народ доволен пенсионной реформой. Ну а чего? Ну, может быть, такие дурачки, как Платошкин, там еще кто-то, они, может быть, недовольны. А в целом население сидит дома, балдеет. Это было в июле месяце. Выходной день. Митинг санкционированный, законный. Пожалуйста, никто не трогает. В сентябре провели то же самое. А помните 2005 год, когда Путин подписал, принятый Государственной Думой, закон о ликвидации пенсионеров натуральных льгот и замены их небольшой денежной выплаты. Десятки тысяч вышли по всей стране, и через 3 дня не было этого закона. Сам его снял. Еще сказал, чуть ли мне подложили какой-то закон страдать. Вот так все это работает, понимаете? Если в нашей стране это возможно, мы же сами все это делали.
Но если мы будем сидеть дома на пятой точке, ставить там Путину дизлайки и все остальное прочее, но не те это люди, которые на это будут обращать внимание. Понимают только одно – массовую явку против на выборах и массовые законные разрешенные митинги протеста, если они попытаются украсть у нас голоса. Вот такая позиция. Ребята, добрый день. Это я здесь. Левей. А Александр Алексеевич, молодой, здоровый. У меня такой вопрос. Недавно, значит, дней 5-6 назад, буквально, Владимир Путин выделил 10 миллиардов рублей на строительство жилья. А на следующий день Греф отчитался ему, что он за январь месяц получил чистую прибыль 80 миллиардов рублей. Как не самый финансово активный месяц, мы так говорим. И получается, что Сбербанк, он и не налоговый же орган, правильно? И вагоны не разгружает. Он с каждого из нас берет деньги. И в год эта сумма выйдет за триллион рублей, да? Если тут кто умеет считать. Какова ваша позиция по отношению к Сбербанку? И если наше движение будет иметь какое-то влияние, как вы с ним поступите? Спасибо. Вы знаете, вот, наверное, я сейчас всем надоем, но на любой вопрос вот такого порядка я буду отвечать всегда одно и то же. Скучно. Убрать их от власти. Все. Понимаете, вот ничего другого. Вы думаете, вы напишите Грефу письмо и скажете, что... Я, кстати, написал. Я написал. Я написал Грефу, ну, по электронной почте сейчас же можно, да, написал письмо, почему Сбербанк, Государственный банк Российской Федерации номер один, не работает на территории Крыма. Они же западные санкции поддерживают, понимаете? Они так же, как западные банки, отказываются работать в Крыму. Получил ответ. Уважаемый Николай Николаевич, получили ваше письмо, где вы спрашиваете о том, почему мы не работаем в Крыму. Сообщаю вам, что вы можете обслужиться на территории Краснодарского края в следующих офисах Сбербанка. Понимаете, я потом еще раз написал, что я не Краснодарский край имею в виду, а Крым. Ну, кому вы собрались писать? Грефу, который в своем Сбербанке главной задачей ставит массовое увольнение людей и замену их автоматами. И вы его будете призывать к тому, что же вы делаете, товарищ, это же нехорошо, там, я не знаю. Все, что тигры, призывать к тому, чтобы он морковку ел. Это бесполезно. Банк государственный, Сбербанк. То есть, если мы берем власть, точнее, когда мы берем власть, мы просто этот уже государственный банк можем в 3 минуты поменять там все руководство, потому что собственное государство. Кто назначил Грефа? Государство назначил. Путин назначил. То есть, если будет другой президент, другая Государственная Дума, мы его убираем, и политику Сбербанка мы можем поменять прямо вот хоть сейчас. Я это приводил на примере «Газпрома». «Газпром» государственный, государственный. Миллера, главу «Газпрома», тоже назначил вас министр энергетики России. Если будет новый министр энергетики, мы Миллера можем снять за 2 секунды, не меняя даже никаких законов. Он и сейчас государственный. Сбербанк потратил в прошлом году на всю газификацию страны, что он обязан делать, как госкомпания, простите, «Газпром», потратил 39 миллиардов рублей, а на выплату акционерам 400 миллиардов рублей. Мы можем это поменять, придя к власти? Да прям вот сейчас. Возьмите ваш вагоностроительный, да, как только они, значит, получили какие-то контракты от РЖД, они впервые с 2003 года начали выплачивать дивиденды акционерам, французам прежде всего. У них на это ушла практически вся прибыль, которую вот здесь люди в Твери заработали. Кому принадлежит вагоностроительный, он тоже связан с государством. Трансмашхолдинг — это все равно компания государства, так или иначе, да? Нет. Она все равно работает по госзаказам. Куда она денется? Кто у нее покупает? РЖД только. РЖД — это что? Не... Голландский офшор. Там бухгалтерия сидит, и Газпрома в том числе сидит. Да. Финансовое подразделение «Газпрома» находится в Голландии. А что вы смеетесь? Это над нами смеются. А я не смеюсь. Что у нас, наше национальное достояние держит деньги в Голландии. Так мы, значит, в этом виноваты. А кто еще-то? Значит, если мы сменим эту власть, мы можем все это поменять. Но само собой, вот все не упадет, понимаете? И Грефа не надо. Грефа, вы знаете, у нас сейчас кто теперь? У нас цифровой коммунист.
Потому что у него главный наставник какой-то индийский брахман. То есть товарищ издевается просто за нашу зарплату, понимаете? Ну так же, как примерно вот губернатор Рудин. Ну какой нафиг губернатор, если на последних выборах главный кандидат от оппозиции, они его просто не допустили. Да. До выборов. Он эти выборы выиграл до того, как они вообще происходили. Задача. Я бы, например, вот, ну, конечно, коммунистам тут виднее. Я бы на месте отказался бы участвовать во всех органах государственной власти после таких выборов. И я вас уверяю, испугались бы. Испугались. Политика соглашательства оппозиции с Единой Россией должна быть прекращена раз и навсегда. Понимаете? Я вообще не... Вы знаете, на месте руководителя КПРФ, если они, вот как только бы я узнал, что референдум по их так называемым поправкам назначен на 22 апреля, я бы прекратил все контакты с Путиным после этого, понимаете? Я вас уверяю, что на следующий день товарищ Путин позвонил бы и сам перенес бы эту дату. Пришло время. По-моему, время исторического выбора для нашей страны. Уйдут последние рабочие инженеры, последние агрономы. Если мы придем к власти, кто хоть это все будет восстанавливать? Но деньги мы найдем. Они есть. Ну что такое страна с деньгами, но без инженеров и рабочих? У нас осталось год, два, три максимум. Потом все. Потом уж договариваться-то будет не с кем, на мой взгляд, понимаете? Так что 22 апреля начинаем. Как иностранные агенты, которые сейчас сидят там? Ну, у нас зато юристов навалом. Ну, вот, а вы смотрите, вот говорят юристам навалом, я... Николай Николаевич, вас просят, чтобы вы запиской и устный вопрос, здесь обижаются, вот, которые записывают сами. Вы знаете, я вот сам преподаватель, я за все время своей жизни, уже, к сожалению, не молод, работал по трудовой книжке только в двух местах, в Министерстве иностранных дел, вот заведующим кафедрой, как сейчас. Понимаете, я, конечно, тоже вот студентам говорю, да, там, юристы, куда им деваться? Куда? Ну, я, конечно, могу сказать, вот давайте инженерами, но у меня отец инженер, я же понимаю, что такое инженер. Инженер должен учиться на определенном оборудовании, вообще же инженер. Творить должен инженер. Творить. Отец мне всегда говорил, инженер в переводе думающий и мыслящий. Помните, раньше люди с гордостью значки носили, да, в высшем образовании. У немцев до сих пор на визитной карточке инженер Мюллер. Но инженеры где работать будут? Вот, например, Volkswagen пытался в Калуге, значит, сборку автомобилей наладить. Не производство, сборку, в основном, отверточную. Они обратились, как они думали, в ведущий технический вуз России МВТУ имени Баумана. Приехали туда, посмотрели оборудование, которое 30 лет в лабораториях вообще не менялось. И говорят, а как же мы будем учить людей, на чем? У нас же все сейчас совсем другое, понимаете? В результате привезли туда немецких специалистов. У нас уж станков-то не осталось, понимаете? На которых людей можно было чему-то научить. Возьмем агрономию. Вот у меня мать агроном. Закрыли более 20 агрономических вузов в стране. Знаете почему? Потому что у них критерии эффективности работы вуза есть. Какие критерии? Зарплата выпускника. То есть, получается, если агроном в Российской Федерации сейчас получает очень мало, виноваты в этом вузы, которые их готовят. В Екатеринбурге выступал в лесотехническом институте. Три осталось в стране лесотехнических. Три. Он говорит, ректор говорит, выпускникам куда идти, зарплата 15 тысяч рублей выпускникам. Ну а им семью надо создавать, там еще что-то. Кто виноват? ВУЗ виноват, что у нас лесники получают 15 тысяч. Так и с инженерами. Мы сейчас можем сказать, друзья, давайте, будьте инженерами. Они мне ответят логично, куда работать-то потом, когда все заводы разгромлены, к чертовой матери, что здесь, там, что... Волгоградский там трактор, ну уж казалось бы, там целый город, немцы не смогли разрушить. Мы сделали, понимаете, точнее они. Поэтому образование, все эти вещи, Сбербанк, все это сопряжено с той властью, которая у нас пока правит. Пока мы не вернемся на путь социалистического развития, ничего хорошего меняться не будет. Можно вопрос? Николай Николаевич. Записки. Здравствуйте. Николай Николаевич, два вопроса, можно? Давайте. Вопрос номер один. Пару записочек я прошу, если можно, потому что народ обижается, правильно. Мы хотим смены власти и видеть вас президентом. Ну что, спасибо большое.
Вот дальше вопрос. Желательно слышать вас в эфире, я так понимаю, в телевизионном, как можно чаще. После того, как в октябре прошлого года, впервые, отвечая просто на вопросы людей, вот если вам люди окажут доверие, вы готовы баллотироваться против Путина? Я сказал, что я его не боюсь и готов. После этого на следующий день распоряжением администрации президента меня сняли со всех телеканалов. Именно поэтому. Ну то есть если бы я сказал, да ладно, я не знаю, там, ну, готов и дальше ходить на телевидение, рассказывать про Украину, там, про Дональда Трампа, но сейчас бы ходил. Ну если они действительно видят во мне опасного соперника, я очень рад. Значит, мы все с вами на правильном пути. Николай Николаевич, а почему... Сейчас еще один вопросик, ладно? Ну, то же самое, мы хотим, чтобы вы баллотировались в президент. Я не подбираю ничего, просто беру отсюда. Мы вас очень уважаем, спасибо огромное. Очень важно, что Вала представляет телеэфир. Что-то опять ответили. Так. Уважаемый Николай Николаевич, считаете ли вы возможным перенесение даты общероссийского голосования на другую дату в связи с коронавирусом? Да понимаете, Путин его не коронавирус заботит, его заботит народное недовольство. Поэтому все эти вот попытки, все эти голосования, причем мне говорят, Николай Николаевич, может быть лучше референдум сделать, да плевать, понимаете. Поправки все эти вообще никакой роли не играют, они вообще ни о чем, понимаете, кроме Госсовета. Просто хочет человек свою власть продлить, понимая, что люди им недовольны. Но помните этот разговор, в его же родном городе Ленинграде, да, что человек живет на 10 800 рублей, а в регионах еще люди меньше пенсию получают. Это еще ладно. А он что? Ну, у меня тоже зарплата, да, выше, конечно, но есть там еще людей. То есть вместо того, чтобы заняться наведением порядка в стране, понимаете, вот поправки в Конституцию, голосование, референдум, вот этого на этого поменять там, вот это вот, понимаете, думаю, ну сколько надо еще. Я уже неоднократно говорил, ну Путин пусть идет на честные выборы, выиграет, хорошо, проиграет. Я это еще могу повторить, что ему как бывшему президенту должна быть гарантирована безопасность, но он это без меня знает. Вы знаете, что главная поправка одна еще в Конституцию? Полная неприкосновенность всех глав государств бывших. Это сейчас и в законе есть. Но они еще решили в Конституции. Ладно, ради Бога, если они дадут провести нормальные выборы, на которых я не сомневаюсь, что мы с вами, конечно, одержим победу. И они это чувствуют. Давай, товарищ, почему у вас нет конкретных шагов против поправок? Не было еще. Почему от вас нет конкретных шагов против поправок? А я сейчас чем занимаюсь? Вы знаете, подождите, вы мне назовите еще. Я же вам сказал, вот берем четыре думские партии. ЛДПР и Справедливая Россия, это шестерки властей, они уже заявили, что мы будем за все поправки голосовать, нам по барабану. Когда осталась Единая Россия, вы сами понимаете, да, тут разговаривать нечего. Коммунистическая партия, я их защищал, и сейчас это делаю. Когда они в первом чтении в Государственной Думе проголосовали за возможность рассмотрения поправок. То есть закон в трех чтениях. Первое просто вот, ну, обсуждение. Коммунисты внесли нормальные поправки. Пенсионный возраст 55-60. Вот конкретика, понимаете, не вот это вот все. Они какие поправки вносят. Государство будет заботиться о детях. Ну, замечательно, понимаете. Пенсия будет индексироваться раз в год. Так она сейчас раз в год индексируется. Причем, как она индексируется? Одной бабушке в Кургане, вы помните, на 1 рубль проиндексировали, да? Сказали, ну, вот есть рубль, хватит. Дальше, они что еще, например? Минимальный размер оплаты труда должен соответствовать прожиточному минимуму. Но у нас сейчас как примерно сейчас? МРОТ, ну, примерно минимальный размер, 12 тысяч, там, 130 рублей. Прожиточный минимум разный в разных регионах, ну, там, в районе 9-300, там, что-то. Так они что сделали? Они, например, в Волгоградской области снизили прожиточный минимум с 1 января на 400 рублей. Снизили. И потом они скажут, ну раз у нас прожиточный минимум должен соответствовать минимальному объему оплаты труда, мы вам оплату труда тоже снизим. Они снизили его в Татарстане, они снизили его в Рязани. То есть они считают, что с 1 января у нас настолько все полушело в стране, цены все упали, понимаете? И мы должны верить после этого этим поправкам. Мы как раз
единственное движение, то с самого начала жестко выступившие против этого, понимаете? И мы пытаемся всеми силами, которые у нас есть, интернет, встречи с людьми, против этого идти. А не бойкотировать, не сидеть на пятой точке, как предлагают некоторые товарищи. Потому что это самое простое, но не единственное решение. И насколько известно, вы рассматриваете приход к власти через выборы. Но как можно признавать это избирательное законодательство? Видите, по бумажке читаю. А вам кто написал? Это я, чтобы не забыть, я просто нервничаю, могу, поэтому я записал этот вопрос сам для себя. Насколько... Так, насчет выборов у нас есть ответ, на который вы не рассчитывали. У нас есть живое воплощение того, что в нашей стране можно выиграть выборы даже у лидера правящей партии. Сергей? Здравствуйте, товарищи. Вот я, мне 35 лет, и я, наверное, из той молодежи, которая очень вовремя посмотрела мультфильм «Чиполлино» советский, помните? Где показано, как народ может понять, что власть занимается только очковтирательством и обманом. Какая власть? Нынешняя, российская. Разрешите вопрос? Второе. Режим. Вы не даете мне задать вопрос? Давайте человек. Была замечательная сказка «Королевство кривых зеркал». Вы знаете, мне кажется, что те, у кого есть глаза, хорошо видят, что мы сейчас живем именно в таком. Поэтому, когда мы в движении «За новый социализм» решили в Москве поддержать Николая Николаевича на выборах, но его беспардонно не пустили, и он предложил мою кандидатуру, вот мы все, люди молодые, среднего возраста, пожилые, для себя сделали выбор и дали себе обещание. Как бы ни складывалось, мы добьемся победы и добьемся такого контроля за подсчетом своих голосов, чтобы у нас никто никаким очковтирательством не смог украсть победу. Разрешите вопрос? Да подождите, доходим. Смотрите, избирательная кампания любая длится всего 3 месяца. За нее голоса зарабатываются. Люди убеждаются в правоте тех, кто к ним пришел доказать, что эта власть просто вредит, а не приносит пользу. Ну, понижение зарплаты – это вред или польза? Вред. Конечно. Всем уже понятно, что Россия вымирает, иначе не надо было бы ехать на работу в Москву. Как будто бы в России остался только один живой город – Москва. Так не должно быть. Поэтому записали всех в наблюдатели, поставили на каждый участок по 2-3 человека, чтобы мышь не проскочила, и результат налицо. Многие говорят, что любые политические нынешние движения – это какие-то проекты. Но я еще не знаю ни одного проекта, который в какой-либо области смог победить главного ядроса. У вас это председатель Заксобрания. Вот если вы все всколыхнетесь и придете, я думаю, что он, как графиня Вишенка, будет вынужден умчаться, тем более, если сейчас не включили поправку очень такую важную. Вот неважное есть, а важное о том, что недвижимость за границей запретить чиновникам. Она куда-то делась. Закатилась под столик. Неожиданно. Так вот, если эти графини Вишенки умчатся в свои резиденции и итальянские шале, мы им даже мешать не будем, а скажем: давай, до свидания, пока. А мы здесь начнем строительство нового социализма. Вот смотрите, когда я или Сергей, мы выдвигались, в прошлом, я понял, я вас понял. Вы
На прошлом году коммунисты предложили в Москве 45 округов всего в городскую думу. Я сказал, нас один интересует. Где лидер Единой России всей Москвы, который сидит 20 лет на своем посту. Я сказал, мы будем участвовать, чтобы его убрать. Вы знаете, многие мне вот так вот крутили, вот. Говорили, у него связи с оргпреступностью, там еще что-то, он там. Как мы нашли наблюдателя, вот мы, Сергей, да вот так и нашли. Ну а вообще тогда помещение не давали, ну слава богу, тепло было, да там. Мы встречались с людьми просто вот на улицах где-то и говорили, ребят, приходите к нам в штаб, пожалуйста, будьте нашими наблюдателями. И мы всех нашли. Нашли. И у нас по два человека сидело на участке. Собянин уже поздравил этого Недроса Метельского с победой. Поздравил. Выяснил, что поздно. Значит, можно это сделать. Без вас ничего не сделаем. Без наблюдателей ничего. Кто-то здесь пишет, да? Нет смысла в голосовании, если не будут наблюдатели, конечно. Но они у нас были. И мы выиграли. Там, где у нас были наблюдатели, ничего они сделать не смогли. Мы научили людей, люди обычные абсолютно, работали бесплатно, потому что это работа не на платошке, это на себя работа, чтобы убрать их в конце концов. Мы их научили, как себя вести, когда свет выключают, когда из-под блузочки что-то пытаются запихнуть в орду, но страна у нас вот такая, сами мы до этого допустили, и ничего не вышло, ничего. Поэтому мы будем активно участвовать в голосовании, они не хотят сейчас, чтобы были наблюдатели от политических партий, но... Колеблются уже. Почему? Потому что такие, как я, такие, как вы, говорят, без наблюдателя это фарс, это фигня. Потому что они сначала хотели наблюдателя только от общественных палат региональных. Ну вот кто из вас сталкивался с вашей Тверской региональной общественной палатой? Да это орган, назначенный властями абсолютно. Но, когда мы об этом начали говорить, что это ерунда, все, они задумались, что может быть там политические партии. То есть они двигаются. Общественное мнение заставляет их менять свои решения. И чем массивнее оно будет, понимаете, чем мы будем устраивать массовые митинги обязательно против этих поправок, вот видите, вы ничего не делаете. Сделаем обязательно. И в Москве, и в других регионах. С тем, чтобы масса народа вышла и показала им, что нас обманывать уже нельзя. И вот видите, смогли. Тяжело? Тяжело. Давят? Давят. Провокаторов подсылали, которые пытались... Устраивать драки у нас на встречах, понимаете? Молодежь за бутылку пива из их молодой гвардии с пустыми глазами орала на пенсионеров. Ну что, старичьё, кончилось ваше время, в гроб идите, понимаете? Специально, чтобы устроить вот эту драку, вызвать полицию, там разогнать. А потом они шли в магазин, мы это видели, и кураторы покупали по бутылке пива и чипсов. Есть и такие, а есть и другие. Вот как вы думаете, друзья, кто у нас руководитель Тверской ячейки движения за новый социализм? Вот. Николай Николаевич, можно? Секундочку. Я задал вопрос. Как вы думаете, сколько этому человеку лет? 25. Прошу любить и жаловаться. Пожалуйста, и кто после этого, садись, Ольга, спасибо, и кто после этого нам будет говорить, что молодежь не с нами, с нами все, вы посмотрите вот на себя, у нас же люди всех разных, всех возрастов присутствуют, тем, кому со страну действительно уже больно, которые понимают, что надо что-то делать. Поэтому после окончания нашей встречи, если кто-то захочет присоединиться к ячейке или просто пройти, например, на будущую школу наблюдателей, вот наши люди здесь останутся. Это можно сделать. Или через наш сайт socialism.ru можно оставить анкету, которая попадет именно в тот регион, откуда вы, собственно говоря, есть, и люди с вами свяжутся. Тяжело, тяжело. Но знаете, вот через год будет страшно тяжело. Через два года будет невыносимо тяжело. Сейчас они дали нам шанс. Дали шанс высказать им свое недоверие. И мы 22 апреля должны этот шанс использовать. Дама хотела вроде... Микрофон дайте, пожалуйста. Не слышно? Николай Николаевич, а у вас дети есть? Да.
А где они учатся и есть ли на них недвижимость, за рубежом? Нет. Николай Николаевич, у меня такой вопрос. Давайте вернемся к истокам. Вот вы сейчас очень хорошо все говорите и правильно. А молодой человек даже, можно сказать, артистично, настолько для влияния на человека, простого, очень хорошо. Вопрос. Возвращаемся к истокам с той целью, чтобы понять, откуда эта власть, каким образом она стоит. Документы я хочу предоставить, чтобы вы видели, кто кого как назначает. Лукьянов, Ельцин, Лукьянова, Лукьянов, Горбачева, Горбачев. Снова Лукьянова. О чем это говорит? Там полностью вы сейчас на какой основе пытаетесь встать? Спорите, вы сейчас пытаетесь участвовать в этом референдуме, призываете народ для того, чтобы его легитимизировать. Разве это не так? Вы документы посмотрите, народ не знает об этих документах. Два экземпляра, один мне. Вот смотрите, товарищи, вы заметьте, на всех мероприятиях приходят люди с такими ухмылочками и с документами, которые говорят об одном. Не надо участвовать, не ходите на выборы, вы их легитимизируете. Я вас выслушал. Нет, теперь слушайте меня, пожалуйста, садитесь, я вас все равно перекрещу. Вот такие персонажи говорят, друзья, на самом деле никакой России нету. Есть Советский Союз, мы сейчас им паспорта раздадим. На метро Щелковской они за деньги их и раздают, напечатанные на Украине причем, да? Думая, что сейчас каждый получит паспорт и все изменится. Такая же туфта, как с этими поправками про Конституцию. Да, мы должны восстановить Советский Союз, но не вашей болтовнёй и не раздачей фиктивных документов. Мы должны прийти на выборы, прийти на митинги, взять власть. Поменять ее и после этого начать восстановление государства. Причем заметьте, друзья, сколько у них денег на эти паспорта. Они были в Хабаровске с этими бумажками. Это все проекты администрации президента направлены только на одно. Сидите дома, не ходите на выборы, само собой все устаканится. Я рассказывал об этом, это не смешно. В прошлом феврале приходят вот такие же персонажи ко мне на работу. И говорит, разрешите представиться, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Николай Николаевич, СССР есть, России нет. Вы свой российский паспорт выкиньте. Я говорю, а вы выкинули уже? Короче, говорит, Николай Николаевич, мы назначаем вас министром иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик. Указ подписан. Причем? На хорошей бумаге все. Я говорю, деньги-то откуда у вас, товарищи? А у нас, говорит, два банка есть. Откуда они взялись? И потом вот эти вот персонажи рассказывали в Хабаровске бедным людям, где я баллотировался в прошлом году в Госдуму, что в Москве, это все знают, по секретному коду в любом магазине на советские деньги, за советские цены можно все купить. Хватит лапшу вешать на уши населению. Не позволим вам это сделать. Минуточку, внимание, можно? Значит, Березный Николай Иванович, коммунист, 19 лет, 61 года, после первого курса Саратовского ракетного училища. Значит, пару лет еще храню до сих пор. Почему? Потом под портретом Ленина там хорошие слова. Партия, ум, честь и совесть нашей кухни. В советское время кто жил по уму, тот все имел. Кто по чести и по совести, тот ничего не имел. Значит, вопрос у меня такого характера. Я как историк, вы как историк, я окончил Тверской университет, исторический факультет, 6 лет заочно и служил, майор в отставке. Значит, вот смотрите, у меня дома, я еще был лейтенантом, подписался на Большую советскую энциклопедию. Том 12, там страница с чем-то. Значит, начинали Великую Отечественную войну, было по всему Союзу СССР, было 3 с чем-то коммунистов. Закончил войну, было 5 с чем-то коммунистов. Миллион выиграли. А как могло так случиться, можете вы объяснить, как историк феномен?
что мы потеряли СССР при наличии, это фактически данные диаграммы Большой советской энциклопедии, около 19 миллионов членов КПСС. Вот вы как историк, можете объяснить этот момент? Вы знаете, я неохотно говорю на эти темы, знаете почему? Потому что мне больно об этом говорить просто. И я хочу говорить о том, как нам восстановить все это, но у меня есть точка зрения на этот счет, не как историка, я же, естественно, видите, по возрасту я жил в это время. Я участвовал в собрании в посольстве нашего ФРГ, когда Ельцин запретил КПСС после августовского путча. Я был единственный беспартийный комсомолец, и я был единственный, кто голосовал против запрета КПСС. Остальные все так называемые коммунисты говорили: о, супер, взносы не платить, там замечательно, прекрасно, да. Означает ли это, что все коммунисты были такие? Да нет, конечно, у меня отец коммунист, инженер там и прочее. Вы знаете, что нас, вот, по-моему, погубило, и почему мы говорим о новом социализме? Потому что мы должны взять все лучшее из советского периода, конечно, и провести работу над ошибками, да, чтобы второй раз они нас уже как в 91-м году на взлете не срубили. Вот я себя как воспринимал тогда? Ну вот студент там, ГИМО, да, включаешь телевизор, там Леонид Ильич там что-то рассказывает, вроде все правильно. Но как-то скучно, знаете, вот говоря современным языком, движухи не хватало. Мы же тогда не понимали, да, что к чему эта движуха может привести. Казалось, ну что-то как-то, в общем. А знаете, в чем была беда? Тогда партия утратила обратную связь во многом. Да, она была лучше, конечно, чем сейчас. То есть тогда можно было в партком обратиться, в правком, в газету там что-то написать. Но все равно, знаете, у нас с вами, вот у меня в том числе, родилось, по-моему, хорошее чувство. Но опасно, чувствуешь девичество. Когда я думал, ну что, ребята сидят там, вот, они все правильно делают. Ну есть недостатки там, но страна развивается, заводы строятся, бесплатное образование, здравоохранение. Ну да, Брежнев там внешний какой-то там не такой, ну все нормально. И потом, когда они начали рушить все это, мы с вами не смогли самоорганизоваться по принципу. Мне же многие еще в 90-м говорят, как СССР может не быть? Да ты что, ну как, невозможно, ну будет обязательно, что, ну вот сколько лет-то он уже. Вот наша с вами была беда, понимаете, мы слишком хорошо жили и слишком как бы доверяли тем, кто находится у власти. И когда пришел Горбачев, ведь я помню первые его два года, помните, когда он ездил везде, говорил, там перестройка гласность, я вот знаете, что запомнил? Пустые были. Да, мы молодые студенты, вот идем с занятий. И один говорит, ну если он все это сделает, о чем говорит, ему ж памятник при жизни надо поставить. И к чему это потом все привело, мы с вами знаем. Поэтому при новом социализме, вот смотрите, чтобы этого не произошло второй раз, что мы предлагаем? Во-первых, любое выборное лицо, включая президента, а президент должен избираться на 4 года, а не на 6. Если за 4 года ничего не сделал, он и за 6 ничего не сделает. Так вот, любой судья, судей тоже надо избирать, как в советское время. Президент, судья, депутат любого уровня, после истечения половины срока полномочий, люди должны иметь возможность референдумом отозвать его. Вот понимаете, это уже будет первая, как бы, да, такая меточка, чтобы человек, избравшийся, что-то делал. И второе. У нас в СССР была однопартийная система, вы это знаете, да? Но это не потому, что это у Маркса где-то написано, у Энгельса. Например, в ГДР, соцстрана, было 5 партий там, в Польше, по-моему, 3 там и так далее. Конечно, мы при переходе к новому социализму должны сохранить многопартийную систему. Систему критиков наших, если хотите. Мы должны дать им возможность абсолютно свободно участвовать в выборах. Свободно в рамках закона наш критиковать. Вот чтобы мы, придя к власти, второй раз не забронзовели, чтобы Николай Николаевич, не дай бог, не превратился в нового Владимира Владимировича. Извините, а уже микрофон в руке, можно вопрос задать? Давай, Николай Николаевич. Сейчас, можно. Я потом дам. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. У меня один короткий вопрос и одна короткая ремарка, если можно. Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, почему вы решили назвать ваше движение движением за новый социализм? Я только ответил. Не-не, я продолжу немножечко, с другого, может быть, ракурса посмотрим. Почему вы решили назвать ваше движение движением за новый социализм, если с точки зрения социалистов в программе вашего движения нет ничего? Секундочку, а вы социалист?
Я марксист-ленинец. Марксист. И вы считаете, что ваша точка зрения единственная правильная? Да? Вы скажете, что точка зрения социалист. Подождите, а каких социалистов? А давайте сейчас я задам вопрос, потом сделаю ремарку. Вы тогда задавайте вопрос от себя лично, а не от каких-то вообще социалистов. Именно это я и понимаю. Понимаете, я не люблю людей, которые говорят, мы народ. Нет, давайте от себя, давайте будем скромнее. Хорошо, Николай Николаевич. Давайте, пожалуйста, не перебивать, мы все-таки не в студии, это не Юрий Спицын. Дмитрий меня зовут, я житель города Твери. Работаете кем? Работаю я в частной компании. Марксистом? Нет. Если вы не знаете, марксист – это предрасположенность. А кем работаете теоретически? Я руководитель проектов, собираю вагоны для нашего РЖД. Вопрос, еще разочек, если неправильно поняли. Почему в названии вашей партии фигурирует слово «социализм», это если же в программе вашей партии это нет движение, ничего от социалистического движения? Да. Так, и это вопрос, небольшая ремарка, предугадывая возможный вектор развития нашей дискуссии, мне кажется, вектор был бы правильный. Хотелось бы сказать, вы часто говорите, что у марксистов нет никаких предложений, и, возможно, вы назовете меня таким персонажем, возможно, назовете меня человеком, сидящим... Давайте вы меня не предвосхищайте, я сам отвечу, ладно? Хорошо. У вас вопрос какой? Пока ремарка. Так вот... Вопрос-то какой? Я ставлю вас в известность, что у марксистов действительно есть что предложить, кроме теории. У марксистов именно не догматиков, а у марксистов диалектиков. Если будет интересно, мы можем подискутировать с вами, с представителями. И последняя ремарочка. Ну, они просто, понимаете, они не умеют говорить как коротко, потому что не привыкли отвечать за свои слова. Кто они, Николай Николаевич? Я же один. Марксисты? Ну, я же один от себя, правильно. Вот это хорошо. И последняя ремарочка. Вот здесь Сергей выступал, молодой человек, 35 лет. Непонятно, как он смотрел сказку советскую «Чиполлино», если Джани Родари, член Коммунистической партии 44-го года, член Коммунистической партии Италии, не член КПРФ, который имеет отношение к коммунизму, примерно так же, как и ваше движение к социализму. А если Джани... Если Джани Родари в этой сказке прямо указывает, что сеньор Помидор и Луковичка Чиполлино с его товарищами являются представителями разных классов, уважаемые товарищи. А классы – это то слово, которое ни разу не звучало ни от представителей. Вот смотрите, у меня сейчас... Да, вы видите, эти люди, так называемые марксисты, они никогда в жизни с рабочими-то не встречались. И в отличие, скажем, от вас всех, толком-то не работали. Вот смотрите, моя программа, она вызывает у них, знаете, какое бешенство? Потому что она конкретная абсолютно. Там, например, написано «прогрессивное налогообложение», да? То есть... Ведь что такое социализм? Это когда в этом обществе общественная собственность превалирует над частной. Это не значит, что частной может не быть вовсе. НЭП был в России. При Сталине у нас были частные промысловые компании, которые Хрущев закрыл. А что при Сталине не было социализма? Я, в отличие от этого голого теоретика, например, живучи в Рязанской деревне, участвовал в системе промысловой кооперации сельской, которая давала у нас, например, лука больше, чем государственное хозяйство. Это логично, потому что если бы он знал, как лук выращивается, хоть раз бы это видел, да, он бы знал, что машина там неприемлема, поэтому наше государство, да, оно давало это частнику. Так же, как и картошку, которую вы только, видимо, в магазине видели. А любой человек знает, да, что ее, конечно, можно убирать комбайном, а значит, использовать общественную собственность, но она битая, и хранить ее, дорогой друг, нельзя. Приходится собирать ручками, и иногда частник в этом смысле гибче, и полезнее. В СССР он давал 70% картошки, вот таким, как вы, теоретикам, понимаете? Что касается, значит, нашей программы. Вот, скажем, спрашиваешь их, мы предлагаем что? Минимальная оплата труда 25 тысяч рублей вместо 12 тысяч. Мне еще вот такие, как он, говорит, Николай, а что 25? Надо 100 тысяч сделать. Да я могу и миллион вам пообещать, просто я, в отличие от вас, привык просчитывать все и за слова отвечать. Дальше. Если мы предлагаем налоговую реформу, как и во всех странах, значит, бедные ноль, подоходный налог НДФЛ, как в Америке это есть, то есть все наши программные положения где-то работают уже. Понимаете, они вот существуют. Если Платошкин предлагает, что любой, кто отработал в нашей стране 15 лет, имеет право по перечислению на личный счет дохода от продажи наших природных ресурсов за границу, так это в Аляске работает сейчас.
Там у каждого примерно по 100 тысяч долларов на счете. Мне говорят, Николай Николаевич, а что вот не с рождения? Нет, человек должен поработать. Я так считаю, он тоже должен что-то дать стране, прежде чем страна ему чем-то ответит. Хотя, конечно, был бы таким, как он сказал, да ладно с рождения. Вы знаете, они же не привыкли ни за что отвечать. Вот они мне говорят, Платошкин против диктатуры пролетариата. Я говорю, вот я могу себе представить, как выглядит мой указ об отмене пенсионной реформы. Я его могу написать. А что, как выглядит указ о диктатуре пролетариата? Вот что у этих людей, которые здесь, после этого указа должно в жизни поменяться? Нет, вы понимаете, у Маркса на странице 45. И пошло, понимаете, поехал. И этот их бесит, что ничего конкретного они предложить не могут, потому что свою страну нифига не знают. Они географии не знают. География не знает. И наша задача, вот наша программа минимум, это то, что придя к власти, мы легко можем сделать за один год. Там будет видно, например, отмена ЕГЭ. Что, не можем сделать? А с его точки зрения это фигня, это не коммунизм, понимаешь? Да, что заниматься каким-то ЕГЭ? Вот такой персонаж меня в Хабаровске спрашивает, Николай Николаевич, у меня главный животрепещущий вопрос. Вот ваша программа, все фигня, когда деньги будут при коммунизме отменять? Понимаете, вот, вот примерно вот такой вариант. Конечно, я мог сказать, да ладно, ребят, завтра отменим там и все. Давайте, если у вас деньги есть, давайте их сюда, мы вас освободим от них немедленно. Наша задача в том, чтобы придя к власти и проведя свои реформы, 90% населения в первый год почувствовало улучшение своего материального положения. Потому что слово «реформа» у людей уже ассоциируется с 91 года, с дрожью какой-то, понимаете? Вот говорят «реформа», ну все, значит грабить будут там и так далее и тому подобное. Да, мы хотим сделать так, чтобы было по-другому. Например, я говорю, что... Вот тут спрашивал, Сергей, по-моему, говорил, да, что поправочку убрали, по которой депутаты и министры не имеют права владеть недвижимостью за границей. Путин внес, но оказывается, видите, есть более сильные люди, чем Путин. Взяли и убрали. Да потому что у них у всех там недвижимость. У нас глава комиссии по разработке Конституции, сенатор Клишес, у него по декларации дом в Швейцарии. И он нам готов разрабатывать поправки по борьбе за суверенитет и прочую чушь. И вы знаете, что они говорят? А у нас, говорит, почему мы против этой поправки? У нас у большинства, внимание, я не шучу, это они говорят, у нас у большинства министров в СНГ дома. И они считают, что мы вот в это должны верить. В нашей программе очень просто. Любой человек на госслужбе не должен иметь недвижимость за рубежом, прежде всего в странах НАТО, так как эти страны враги Российской Федерации, человек, занимая государственную должность, находится в конфликте интересов. Ну а с точки зрения коммунизма это фигня, конечно, понимаете? Какая-то ерундовская мера. Давайте с вами подпишем сейчас закон о диктатуре пролетариата и разойдемся пиво пить. Вот и вся программа, понимаете? Николай Николаевич, спасибо. Раз. Дорогие товарищи. У меня такое предложение. Сегодня впервые в Твери у нас присутствует самый выдающийся политик последнего времени. Николай Николаевич Платошкин. Спасибо вам. Секундочку. Вопрос у меня следующий. Дайте свою жесткую политику в отношении Зюганова. 5 числа, это ночью, где-то был сбор у Путина, и ничего по поправкам он конкретно ничего не сказал. И Жириновский. Дайте вашу оценку конкретно. И самое главное, вы понимаете, народ, вы народу дали такую надежду и такую это. Надо обязательно победить. Мы все с вами. Вы знаете, если бы я был сторонник диктатуры пролетариата, как товарищ, я бы, конечно, дал оценку кому угодно, даже папе римскому. Но я все-таки, знаете, считайте, что я, то, что я скажу, это говорит вам трус сейчас в настоящее время. Потому что, как бы мы ни относились с вами к Зюганову, там, к другим деятелям коммунистической партии, вопросов много. Но вот для меня, как человека, который от КПРФ баллотировался в Хабаровске в прошлом году, я могу четко сказать, что 90% коммунистов абсолютно нормальные, достойные, честные люди. Понимаете, если кто-то вообще в Госдуме
еще где-то вносят хоть какие-то законопроекты, направленные на ослабление вот их пресса, так это они. Поэтому мы с вами все должны быть не только жесткими, как вы правильно сказали, мы должны быть умными. Мы должны избегать публично тех слов, которые вот эти наши главные противники могут использовать для того, чтобы бить клин между нашим движением, там левым фронтом, коммунистической партией и так далее. Поэтому, вот что я могу сказать за себя, что все мои контакты с руководством КПРФ и просто с обычными коммунистами, они очень хорошие. И мы будем делать все, чтобы любые попытки соглашательства и на местном уровне, и на федеральном уровне были ликвидированы. Вот для этого мы, собственно говоря, существуем. Но от взаимных нападок здесь, вот в этом зале, ничего не сдвинется. А вот если мы вместе с ними, со всеми, выйдем, например, на массовый митинг против поправок, если мы все вместе распределим участки, да, ребят, вы здесь наблюдаете, мы вот здесь наблюдаем. Если мы вместе выдвинем единых, достойных кандидатов, понимаете, и в местные органы власти, и в Государственную Думу, пусть беспартийных, пусть не связанных с нашим движением, самое главное, честных, достойных людей, которые ни под каким давлением не сдадутся, не откосят. Вот этим нам сейчас надо будет заниматься. А разбором того, что у нас получилось, не получилось, мы с историками займемся в новой социалистической России лет через 10. Николай Николаевич, можно задать вопрос? Давайте молодежь. Молодежь наверняка у нас тоже есть. Меня зовут Светлана. Я живу в Твери. Тогда вам после, ладно. Ну давайте девушку спустим. У меня вопрос по бумажке, потому что я готовилась. Я волнуюсь, у меня мысли разбегаются. Вы отвечаете очень обширно. Пришло время задать прямые и очень неудобные вопросы для власти. Уже давно пришло это время. Вот именно, что очень давно. Адресованные конкретным лицам. Есть такой политик, известный на всю страну, Светлана Лада Русь, которая открыто подала заявление в ФСБ о предательстве высших государственных лиц Путина и Медведева. И сразу, после того, как она подала заявление, она попала под уголовное преследование. У меня к вам такой вопрос. Как вы видите защиту таких лидеров, как Светлана Лада Русь, и какие вы делаете действия, чтобы защитить ее и подобных ей активистов? Ну, я считаю, что такие действия, несмотря на всю свою громкость, вот давайте там подадим на Путина ФСБ, да на него можно еще в Организацию Объединенных Наций подать, и что дальше? Я не про это говорю. А я про это говорю. Понимаете, вот такие же товарищи, как вы, говорят, а давайте, ребята, тоже не участвуем в выборах, не ходим на митинги, объявим народный импичмент Путина. Я говорила о защите таких людей. Вы не отвечаете на мой вопрос. А я отвечаю, как могу. После этого я говорю, как выглядит ваш импичмент? Вот что надо сделать конкретно мне за... Не, ну понимаете, это же, так сказать, в целом, да, вот это... Ну что толку, понимаете, вот вы обратились в ФСБ на человека, который возглавляет ФСБ. Ну это вот для чего делать? Да я вам отвечаю, а что толку ходить на выборы, на которые мы ходим 20 лет, и они постоянно фальсифицируются? Секундочку, вам только что был предъявлен человек, который победил Единую Россию. В Хакасии новый губернатор, коммунист, он выиграл выборы. Левченко выбрал в Иркутске без полтавни, без каких-то народных импичментов, собрали людей в кулак. В единица, даже в Госдуму прошедший один человек будет либо задавлен этой системой, либо ее устроим. А мы за то, что в Госдуме был не один человек. А вы свои заявления в ФСБ еще 50 лет можете писать. В 2016 году я лично шла самовыдвиженцем в Государственную Думу. А почему самовыдвиженцем? Потому что не было партии, которые достойны... Не вырывайте у меня микрофон, дайте мне сказать, иначе мне придется подойти лично. Ну еще, подойдете, я не боюсь. Итак, смотрите. Хорошо, держу его сам. Смотрите, человек говорит следующее, да? Что вы все, вот вы ее недостойны. Я не говорила этого, не надо перебирать мои слова. А вы меня не перебивайте. Вы меня оскорбляете в данный момент. Значит, я вы такой же человек от народа в, этом, в этой аудитории. Мы все здесь от народа. Ну так тогда говорите. И поэтому дайте мне, человеку от народа, вам ответить. Итак, говорят, вот партия не устраивает. Так свою организуйте. В чем дело? В стране миллион партий.
Понимаете? И когда партию организовала Светлана Лада Русь в количестве 50 тысяч человек, после этого сразу же изменили фильтр вступления в партии и сделали уже не 50 тысяч человек, а от 500 человек. Партии начали расти как грибы. Я очень рад за вас, что ваша партия 50 тысяч человек, пока вы там организовываете писульки куда-то пишете, мы выиграем выборы. Эти писульки организовывают люди, которые собрались под домом правительства в свое время, когда пытались принять закон. Можно собраться там еще раз. Да слушайте, пожалуйста. Нет, я вас закон о юстиции пытались я, в России я с вами принять. Не согласен. Я вам отвечаю действия этой партии. На это не надо здесь пропагандировать пришло. Партию. Я не пропагандирую, отвечаю вам. Приехало 100 женщин в градус минус 20 с грудными детьми. И после этого закон о юстиции в России был отменен. Поэтому, если вам не знакома такая партия когда-то была, извините. И она ликвидирована, извините меня, этой системой по статье «экстремизм», то вы, как публичный человек, просто обязаны знать о таких лидерах, которые ведут уголовные дела. Спасибо. Да ничего мне обязан. Спасибо. Вам я ничем не обязан. Знать о вашей партии ничего не желаю, потому что такие люди, как вы, выпускают народное недовольство в свисток. Понимаете, в свисток, вместо того, чтобы менять эту власть. Я согласна. Да, Николай Николаевич, рады видеть вас. Рад видеть вас на Тверской земле. С позиции женщины категорически не согласен. Ходить на выборы надо. Человек, это моя личная позиция. Народ, это моя личная позиция. И быть наблюдателем тоже надо, если потребуется. Николай Николаевич, благодарю вас за ту информацию, которую вы несете о своих выступлениях, вы и за могли бы чуть-чуть, и чуть-чуть. За поправки. Вы помогаете действительно узнавать страну, узнавать ее историю. Просто непонятно было, что вы хотели это предложить. Благодарю вас. Я задала вопрос, как он защищает таких людей, и он на него не ответил. Потому что вас действительно очень интересно слушать. Простите, вас слушали. Почему вы не дали человеку слушать? Очень интересно слушать и интересно... Слушайте. И интересно, интересно читать. Абсолютно на то, что говорят другие люди. Надо просто плевать. Мне не плевать. Николай Николаевич, в связи с этим у меня три таких коротеньких вопроса. Вопрос первый. Вот у нас в историографии есть такая концепция Великой Русской Революции, которая соединяет Февральскую революцию и Октябрьскую. Я не сторонник, честно признаюсь. Я считаю, что они разные, февраль и октябрь. Вот как вы относитесь к этой позиции? Второй вопрос. Мы живем, на мой взгляд, в эпоху некоторых странных праздников, я имею в виду 12 июня, 4 ноября. Вот. Ну, 4 ноября, там, понятно, даже школьного курса по истории России 17 века достаточно, чтобы понять, никакого единства не наступило в этот день. Потому что надо было еще царя избрать, надо было еще выгнать шведских и литовских, польских интервентов из России. У меня в связи с этим вопрос. Как вы считаете, вокруг каких памятных дат нашей истории должна строиться историческая память и государственная идентичность наша? И третий, последний вопрос. Вот в Ярославле, вот вчера Ярославль вспоминали, спасибо вам за это, я бывал тоже в Ярославле, хороший город. Там открыли музей новой хронологии. Вот Фоменко, Носовский, вот эти вот деятели, ну, чепуха откровенная, если честно, да, но... Открыт музей на Волжской набережной, причем здание историческое. И как вот вы относитесь к тому, что у нас, на мой взгляд, вот как сказал ваш коллега Сергей Иванов, да, доктор исторических наук, византинист, что у нас после 91 года не преодолен этот кризис доверия и к государству, и к историкам. Вот, спасибо большое. Рад вас видеть. Молодец. Вот это вопрос действительно хороший, честно говоря, прямо... Хочется говорить и говорить, но я скажу принципиально. Смотрите, друзья, история всегда была, есть и будет наукой политической. Потому что история формирует гражданина. История, грубо говоря, говорит гражданину, вот эти события и лица нашей истории хорошие, вот эти плохие. Сейчас у власти находятся люди с 91 года, которые намеренно очерняют все советское, чтобы оправдать то, что они творят сейчас. Поэтому... Когда они говорят, что революция была, даже не то, что они говорят, едина. Они говорят, вот февральская революция замечательная, там свобода, демократия, там все прекрасно. А вот октябрьская, она это не революция, это переворот там. Это Россия ушла с какой-то там столбовой дороги. Вы знаете, я вот в этой связи просто сразу отвечу на второй вопрос. Для меня, естественно, два праздника есть.
Это 9 мая, 7 ноября. Еще без знать, я могу сказать, одного без другого не было бы. Вот насчет 7 ноября. Ну, сложно там многим сейчас объяснять, как что было. Я могу сказать только одно. Какие-то небольшие факты. Во время февральской революции в Питере погибло несколько сот человек. Во время октябрьской революции 5-6 человек красногвардейцев от неосторожного обращения с оружием. Власть была взята огромным большинством народа через советы мирным путем. И только иностранная интервенция чехословацкого корпуса смогла как-то взбодрить внутреннюю контрреволюцию, которая была задавлена именно поголовным сотрудничеством населения советской власти. Что дала советская власть? Вот опять, я говорил об этом случае. Приехал к нам в конце 20-го года в Россию известный, очень известный, наверное, вам тоже, фантаст Герберт Уэллс, англичанин. Но он тогда не как фантаст рассматривался людьми, он считался таким, знаете, футурологом, он вот про будущее писал. И он очень хотел посмотреть, что же в России вообще происходит, ведь в России революция, какой-то эксперимент. Итак, приезжает в Питер, конец 20-го года, трамваи не ходят, улицы не освещены, все в сугробах. Но он уже типа, ну, и вдруг какое-то освещенное, хорошо отапливаемое здание, а остальные здания не отапливаются, дров мало. Он заходит в школу для сирот. Но он, естественно, думает, ну, специально привели. И говорит, хорошо, вот давайте у меня на день оставьте, я сам похожу. И он говорит, другие школы в этой, казалось бы, добитой войной стране были еще лучше, понимаете, чем те, которые он видел. После этого он приезжает в Кремль. К Ленину. Сидит Ленин. Кремль тоже не освещен. Большой театр работает с перебоями, не отопляется. И он ему, Ленину, зачем? Вот для чего ваша революция? Ну смотрите, что происходит. А он знаете, для чего говорит? Для того, чтобы каждый ребенок у нас мог иметь право чистить зубы, иметь свое молоко. И через 14 лет, сказал Ленин, когда будет план ГУЭЛРО, электрификации страны, вы страну не узнаете. Уэллс уехал, написав статью «Кремлевский мечтатель». Ну, типа, человек хороший. Ну, что, какие 14 лет там? И он приехал, Герберт Уэллс, в 34-м году посмотреть. И говорит, так он не мечтатель, он реалист. Они сделали за 14 лет столько, сколько даже Ленин не мог тогда еще предвидеть, понимаете? И вот когда в 41-м году на нас напали немцы, они же думали, что это та же страна, царская Россия, понимаете, где винтовки у людей были деревянные, где царь брал кредиты на патроны и прочее. И когда я об этом говорил, они взяли Брестскую крепость, Гитлер привез Муссолини показывать захваченную советскую технику. Они показали танк КВ-1, наш тяжелый танк Клим Ворошилов. Там было несколько десятков вмятин от немецких снарядов. Ни один из немецких снарядов танку ничего не смог сделать, танк бросил экипаж, потому что просто кончилось горючее. Гитлер дал указание разведке проверить, откуда у русских американские танки. Разведка говорит, нет, это не американские, это кировский завод делает, а потом, вы знаете, в Челябинске их делают после выхода. Да нет, не может быть, я знаю Россию, я воевал против нее в 14 году. Какие танки? Отсталившие страны, да не могут русские за 20 лет все это сделать, а мы смогли. И если бы не было той великой революции, понимаете, когда у нас ведь революция женщинам, вот в преддверии 8 марта, запрещено было высшее образование, это иметь. У нас без согласия мужа женщина тогда на работу не могла устроиться. Декретный отпуск введен 22 декабря декретом советского правительства 17 года. А вы знаете, сейчас в Америке идет избирательная кампания, да? И там один из главных претендентов, Берни Сандерс, такой пожилой дядечка 41-го года, называет себя социалистом. Вся Америка на ушах. Ой, что он предлагает? Это же революция. А что он предлагает? Декретный отпуск. Он предлагает единый отпуск, у нас 28 суток, вы знаете, оплачиваем. У них этого нет. Вообще нет. Вот как с работодателем договоритесь, так и будет. И он все это говорит. То, что мы сделали, наша страна, 100 лет тому назад. Мы были самой прогрессивной, самой лучшей страной. К нам даже Исидора Дункан приехала, полюбив нашего рязанского Сергея Есенина. Знаете почему? Потому что ей большевики сказали, полная свобода творчества. Вот вам в Европе не дают эти танцы ставить. У нас все можно.
Все, что хорошо, давайте к нам. Первая женщина посол Александра Калантая, первая женщина летчица. Все у нас, понимаете? Поэтому для меня эти даты, ну не просто, знаете, потому что я вот здесь стою и говорю, да я сам полностью осознал все выгоды советской власти на себе, не имея никаких особых льгот. Бесплатное образование, сельской школы в ГИМО, без всякого блата абсолютно, понимаете? Отец и мать обычные, нормальные советские люди. Поэтому, что меня агитировать за ту власть? Ее надо просто взять и восстановить. Согласен. Николай Николаевич, вопрос такой, в общем. Во время проведения приватизации по системе залоговых аукционов в стране был нанесен ущерб где-то в пределах 1 триллиона долларов. Может и больше. Не, ну по моим подсчетам, по... Вам не марксист об этом рассказал? Нет. Он наверняка посчитал. Я заслуженный экономист России, прошу не смеяться. И я посчитал, и владею информацией. Потому что я бывший руководитель федерального казначейства, Питерской области. Не знаю. Это с вас там спрашивают потом? А? Это с вас там спрашивают за все? Нет. Ну вопрос такой, что это... Этого триллиона долларов хотел бы выплачивать пенсию пенсионеру в размере 30 тысяч рублей в 7 лет. Поэтому этому надо в связи с тем, что те люди, которые принимали участие в этом преступлении, так можно, работают сейчас, в том числе в Кремле. Правильно? Я и не знал. Ну, знаете теперь. Значит, в правительстве. Вот. У меня 5 ваучеров, вот мы сидим здесь, вот. Поэтому, вот и ни одной вложил. Поэтому этому вопросу надо, я думаю, должное внимание. То есть здесь новой власти, я думаю, мы будем, то есть будет новая власть в России, кончится этот беспредел. Поэтому надо будет тоже один из конституционных вопросов вернуться к этим итогам приватизации, вот именно, где было совершено преступление. Надо власть взять. Вот кто-то опять правильно говорит. Да мы можем возмущаться, возвращаться и прочее. Надо менять власть. Понимаете, вот и все. А потом все. Потом мы разберемся. Я просто как дипломат могу сказать одно. Вот что обещаю, в отличие от этих всех марксистов, я все вывезенные деньги знаю, где и как найти. Мы найдем их. И они их не спрячут нигде, понимаете? Вот это я вам просто точно обещаю, я знаю просто, как это делается. А они возвратят на русские деньги? А мы их спрашивать не будем. Николай Николаевич, можно микрофон? По поводу Натана Академии, который сейчас... Николай Николаевич, во-первых, большое спасибо, что приехали. Мы из Осташкова, и мы живые свидетели, участники победы на выборах. Вот так же, как вот этот молодой человек. Аплодисменты! Абсолютно. Сидят, они абсолютно не. Это Осташков. В прошлом году, позапрошлом же году, да? Позапрошлом году. Я думаю, Осташков знают все, потому что там 200 миллионов на переселение из ветхого жилья. Там правила команды, которая, ну, подлежит, я так считаю, уголовной ответственности. И вот, значит, в то время мы пошли на выборы, у нас было 12 человек, из 12 победили 8. Не имея абсолютно никакого административного ресурса. Абсолютно никакого. Мы сбрасывались, мы сами себе печатали листовки. Спасибо, единственное, спасибо коммунистам. Вот. Тверским коммунистам огромное просто спасибо. И Гончарову, и Воробьевой, и вообще всем вот нашим товарищам. Потом, относительно перепалок, которые периодически возникают вот даже сегодня. Вы знаете, я думаю, нам надо думать не об этом всем. Не об этом. Не надо нам делить ни власть, ни какие-то там теоретические выкладки. Нам сегодня важно объединиться всем. И еще, вот может быть многие помнят пирамиду Маслоу, да? Она имеет замкнутая система фактически. Это образ, можно сказать, Европы Западной. Мы не такие. Мы система разомкнутая. То есть мы не ограничены вершиной, мы стремимся к бесконечности, к Богу, тому, кому что нравится.
Если у нас стоит очень высокая цель, да, и вот пирамида, цель такая, значит, мы столкнемся лбами, там, грубо говоря, через год. Если цель выше, значит, через два года. Если цель бесконечная, значит, мы никогда не столкнемся лбами. И мы, соответственно, сделаем намного больше и намного быстрее, чем нежели бы мы разбирались между собой. Во-первых, вот я единственное... Они, заметьте, они ведь вас и не слушают. А мне это не важно, кому надо, тот услышит. Единственная у нас просьба и к вам, и к коммунистам, и ко всем левым силам, ко всем, кто поддерживает вообще вот это стремление народа изменить ситуацию в России, забудьте вы про все. Мы поставили цель изменить, не только сменить власть, но и изменить саму жизнь в нашей стране. Забудьте обо всех раз. И еще последнее. Николай Николаевич, вы очень правильно всегда много говорите о социологии, о политике, об истории. Я хочу вам подсказать еще одну тему, которая беспроигрышно сыграет на ваш имидж. Это 44-й федеральный закон о госзакупках. Вот поверьте, на своем опыте, где бы я ни говорила, да, о чем-то мы не беседовали, какие бы ни были у нас между собой вот эти вот какие-то разногласия, как только начинаешь говорить о 44-м, все становятся сторонниками. Потому что я считаю, что это один из тех законов, один из многих и многих. Потому что в наше время, по-моему, уже беспредел закона у нас в стране творится, который развалил целенаправленно. Осознанно он был принят. Он абсолютно, вот я так считаю, что это полный развал экономики. 94-й закон был принят в 5-м году, потом, значит, 44-й чуть попозже, это то же самое. И начиная где-то с 8-го года экономика покатилась вниз. ВВП 0 плюс-минус там в пределах, что называется это. Будьте вы добры, поднимите этот вопрос, и я считаю, что вас поддержит практически вся страна. Николай Николаевич, это я соратница тоже. Вот мы вместе, да, победили тогда. Победа будет за нами. Учитесь в армии. Я просто немножко добавлю, Николай Николаевич, я так считаю, за каждым успешным мужчиной стоит всегда женщина. И я одна. И я хочу в преддверии праздника поздравить вашу супругу и сказать ей огромнейшее спасибо за вас. Почему-то ни один мужчина до этого не додумал. Всех женщин с наступающим праздником. Да я-то, честно говоря, хотел наших дам в конце поздравить, но вы меня, да. Да я это сделаю обязательно. Мы вас ждем на Селигере к нам. Ну, что касается 44-го закона, ну, может, кто-то не знает, да, это закон, по которому государство осуществляет закупки оборудования, там, каких-то проектов. Ну, мне обидно, конечно, что вы сказали, что я не поднимал. Вообще, в Хабаровском крае, между прочим, мы разоблачили это все, мы не стали поднимать. Мы нашли все эти цифры и факты, и там кое-какие головы-то полетели во время кампании. Мне все это известно. Мне все это известно, когда по закупкам там одна дорога была, где были украдены все дорожные знаки. Ну, то есть они вот по бумагам были, то есть за них заплатил налогоплательщик. На самом деле их, конечно, не было. Но еще раз, друзья, понимаете, при вороватой власти, да могут быть какие угодно законы, мы их можем написать там самые замечательные. Но вы же знаете всю эту систему откатов, предположим, да? Когда эти тендеры выигрывают не те, у которых лучше оборудовать, дешевле, а те, которые потом на счет в Швейцарии или еще где-то перебросят вам 10-15. И мы можем какие угодно законы здесь писать. У них по бумагам все правильно. Это заплатили, заплатили. Вы попробуйте их найти в Швейцарии, они сами себя искать будут. Да нет, конечно. Но если мы, предположим, захотим это найти, тут политическая решимость только должна быть. Найдем. Но и смотрите, у нас с вами президент у власти, который 6 лет нам говорит о том, что надо запретить офшоры. Да? Офшоры – это иностранные территории, которые не разглашают данных о владельцах предприятий. Но туда люди деньги реально прячут, наворованные здесь. Вроде бы, да? И Путин говорит, время не пришло. Потом, то есть пенсионная реформа со свистком там, знаете, за 3 месяца. И никто про Конституцию нам тогда не говорил, никто нас ни о чем не спрашивал.
А офшоры, вот вы говорите, закон там. Вы помните, что он сказал, Путин, когда говорит, ваш друг, велочинист Райдугин, ваш друг Владимир Владимирович, у него деньги в офшоре. Он говорит, я горжусь такими друзьями. Что нам еще непонятно здесь? То есть, придя к власти, мы все это поменяем. Понимаете, если мы воровать вот даже просто прекратим, ну, я не знаю, процентов на 40, да у нас денег будет некуда девать, понимаете? Потому что если раньше они воровали по 10-15%, скажем, вот сейчас до 50 доходит, понимаете? Все мало. Еще раз, не возьмем власть, не изменим это все, ну ничего не поменяется, понимаете? Они воруют, например, на заказах 12-кратные суммы выставляют. Себе, своим, там, вообще, дочкам. И вы думаете, если мы скажем, друзья, помните Путин, да, про космодром Восточный, ну сколько же можно воровать там, ну что, ну как же, там, ну миллиарды уже, друзья. Друзья себе похихикают, знаете, как в этой басне, да, а Васька слушает, да ест. Поэтому Ваську от сметанки в этом году надо убрать. Я хочу вспомнить тоже Россию в Англии и напомнить всем нам, что трамваи у нас в Твери уже не ходят. Все. И не только, к сожалению, у вас. Перестанут ходить троллейбусы. Да. И хочу воспользоваться микрофоном. Позвольте одну минуту. Я написал в прокуратуру заявление по этому факту, где потребовал у прокуратуры, чтобы разобрались с ролью губернатора в этом деле. Он поставил свою подпись под инвестиционным проектом в миллиарды, я не помню, 2 или 4, не помню точно. Бенефициаром данной сделки является компания, уставной капитал которой 10 тысяч рублей. Понятно, да? То есть я, Балкер, я прошу обозначить роль. Я прошу всех меня поддержать. Вот к этому движению надо всем подняться, ибо мы видим, как город просто умирает. Это явный признак умирания. Движение сверху. Ну, теперь к вам. Николай Николаевич. Все умирает. Мы знаем, что... Мы отдадим Руденину на сведение марксистам, они будут ему учить тогда, умирать. Между прочим, хорошая идея. Хорошая идея. Так. Пока он вам экзамен по капиталу не сдаст, вы его не отпускаете просто. Он его никогда не сдаст. Машина фальсификации работает безупречно, безоткатно. Нет, не безоткатно. Вам люди сказали только что. Николай Николаевич, я... Осташков. Верю. Верю. Ну что значит верю? Вот они верю. Верю. Но, скажем так, это сбои местами происходят. Не Николай прав. Николаевич, вы я так как и вы, тоже оптимист. Но я знаю, что эта машина работает безоткатно. И не зря поставили задачу 60-70. Вопрос. А если? Контролировать УИК, ТИК можно. А дальше как? Куда дальше? Контролировать УИК, ТИК можно. Но ведь фальсификации идут уже после этих. Ну это очень легкий вопрос, я удивлен, что вы на него ответа не знаете. Даже. Я не знаю на него ответа. Значит, вопрос, я думаю, дама наша вам на это ответит, но я тоже могу ответить. И после того, как в Хабаровске, не в Хабаровске, а в Приморье, выборы прошли не так, как надо, их просто жаль, знаете, да? Нет, просто не знаю. Как? Я первый раз слышу. Это просто, понимаете? Да, тяжело! Собирали наблюдатели там и прочее. Вот что товарищ имеет в виду, перевожу на русский язык. Он имеет в виду следующее. Вот сидит наблюдатель наш или член участковой избирательной комиссии. Для чего нужен наблюдатель? Он смотрит подсчет, потом подписывает протокол. Товарищ намекает на что? Что потом этот протокол идет куда-то там в вышестоящей комиссии. Там... Так сфотографируйте протокол, сразу отправьте в штаб. Вот и все. Вот вам параллельный подсчет, понимаете? И дальше, еще вам один пример, вот в отличие от вас, секундочку, вот вы стоите здесь, улыбаетесь, у меня, я уже об этом говорил, у меня были студенты, вот такие же. Посмотрите выборы в Государственную Думу по Москве за 2011 год. Вы знаете, вы удивитесь, там вот идет везде, да, по участкам, там, Единая Россия, там, 52%, на одном участке побеждает КПРФ. А знаете почему? Потому что там мои студенты работали, наблюдатели. И знаете, они вот в отличие от этого нытья, было примерно так же. Значит, подсчитывают, КПРФ лидирует, там что-то 25% КПРФ, по-моему, ядро там 20% и так далее. Все расписались. После этого, значит,
глава избирательной комиссии приняли, берет этот протокол, рвет его вот так просто и говорит, значит так, пишем другую. Единая Россия там 52, вот понимаете, в отличие от нашего лучшего товарища, вот эти двое студентов, которые один из них был членом УИКа, участковый избирательный, другой наблюдатель, они сказали, а мы не будем подписывать. А без их подписи недействительно. Те что? Звонили ректору. И говорят, ну что, обалдели, что ли? Но ректор сказал, ну а что, они члены избирательной комиссии, я что могу сказать? Да мы вас это, да мы АУ. И ничего не сделали, понимаете? Присуносим этот протокол, допустим. Вот это не нытье, а это конкретная работа наших молодых людей, на которых надо равняться. Вот так я считаю. А если все-таки фальсификации будут? Нет, спрашивают, говорят, а если все-таки фальсификации будут? Вы знаете, вот конкретно, да? Когда мы наших наблюдателей учили в Хабаровске, я вам могу сказать так, так же, как и в Москве. Там большинство фальсификаций отпадает в зародыше, когда с утра приходят люди. И говорит, ну-ка журнальчик нам показали избиратели. А почему печати нет в конце? Ну-ка быстро поставили. Понимаете, они же привыкли к чему? Что 80% нет вообще никаких наблюдателей. Ну или сидят, знаете, вот от ядра такие вот персонажи, которые в потолок плюют. То же самое, что они нам хотят сейчас сделать по голосованию 22-го от общественной палаты. А тут засуетились. Дальше. Их излюбленная фейка выездное голосование, да? Да. Берем урну. Отправляемся. Мы говорим, хорошо, отправитесь с нами. Ведь если у нас два наблюдателя, один сидит, другой с ними едет, и знаете, отпала охота ездить у людей. И говорит, да нет, не надо. У нас вот там на каждом участке выездного было, ну, 2-3 человека. А в Новгородской области, где не было наблюдателей, тысячи. Так из этого опять какой вывод-то следует? Не ныть. Знать, что они будут делать, и противостоять их мощным напорам наблюдателей. Вот наши милые дамы и Сергей показали, что это вполне возможно сделать. Лично хочется поздороваться. Я хочу сказать, что я без записки, как видите, попала сюда случайно. От хороших людей. Клуб краеведов. Сказали, что хороший человек будет. А я его прежде видела и всегда хотела лично сказать спасибо на ток-шоу политических. К сожалению, НТВ, где вы чаще были, не дает такой возможности. А услышав, что он приедет сюда, мне захотелось сделать. Так что спасибо вам большое, хотелось бы видеть вас. И, значит, за это спасибо, так как я публично не... Вопрос. Выступаю. Спасибо. У меня, значит, два таких конкретных вопроса по поводу. Первое, вот много мы критикуем, критику мы все любим. А мне хотелось бы знать критику, вообще общую критику. По любому вопросу всегда все и все критикуют. Власть нынешняя, долго существующая, ну, относительно, что-то она положительное делала, вот чтобы вы там 5, 4, 3 поставили. Этот вопрос у меня возник, но я уже слышала, что вы часть уже отвечали. Ну, как мне кажется, конкретно вот про 25 тысяч. Например, подсказываю, что коммунальная, наверное, у нас никакая. И вот второй вытекает отсюда вопрос. Вы приходите к власти, ваше движение, блок или как там. Что приоритеты поставить? Вот недавно тоже был вопрос, опрос тут какая-то компания проводила. И приоритеты. Вот семья у нас, Россия большая. В семье всегда, когда деньги есть, муж говорит, надо то купить, жена говорит, надо это купить. Все равно что-то золотую середину находит. Те же семьи, тоже национальная политика или еще что-то. Вот чтобы вот это вот первое и по оценкам. Спасибо, я издатель, дарю такую книжку вам на память. Спасибо большое. Смотрите, конкретика в чем состоит? Вот когда насчет семьи, да, сейчас Путин только про семью и говорит, хотя страна вымирает при этом, да. Когда у нас была высокая рождаемость? В советское время, опять почему? Работа есть, да? У него, у нее. Детские сады есть, ясли есть, пионерские лагеря есть, образование бесплатное, здравоохранение бесплатное. Квартиру дают от работы, ну, большинству людей. Так от чего, собственно? А? Школу
Зарплата это, ну а что, собственно, не рожать, это вопрос, понимаете? Ведь, ну, я думаю, женщинам, конечно, здесь виднее, они нас всех родили. Но если у семьи есть уверенность в завтрашнем дне, что вот через год там ничего не случится, что не выгонят меня с работы, там, я не знаю, что школу не закроют, так тогда и будут рожать. Это все возможно только при социализме. Или, предположим, вот возьмем медицинское обслуживание, что мы, в отличие от этих вот марксистов, намерены сделать? У нас постоянно, да, говорят, вот на медицинское обслуживание денег нет, там, на ЖКХ вот тоже говорят, да ЖКХ, у нас, понимаете, у нас система сама преступная здесь, понимаете, дело не в том, что у нас что-то здесь там, ну, подрихтовать, ведь смотрите, это была политика Путина, мы вносим бизнес, прибыль в те сферы, в которых раньше их не было, ведь везде в советское время в нормальных странах ЖКХ не ради прибыли. ЖКХ ради обеспечения жизнеспособности населения, особенно здесь. Но мы же не будем с вами без отопления сидеть в нашем климате, правильно? Даже если мы не заплатили. Конечно, система была и в советское время убыточная, да, потому что люди платили за жилищно-коммунальные расходы меньше, чем они стоили. Но государство перераспределяло эти деньги еще откуда-то. Возьмем железнодорожные перевозки. Я вас уверяю, электрички во всех странах Европы убыточны. Во всех абсолютно. Но там их не закрывают. Потому что задача электричек не содрать с населения бабло, а обеспечить транспортабельность населения за одной точки в другую. Государство специально дотации делает на это. У нас так тоже было. Что они делают? Смотрите. В ЖКХ вводится частный посредник. Управляющая компания. Частная, которая... Вы знаете, технически в вашем доме ничего не поменялось, понимаете, провода там те же самые, трубы, но если раньше вы, предположим, платили организации государственной, которая вам все это и давала, там, так сказать, свет, тепло там и все остальное прочее. Кстати, тут мне мастера пишут, Николай Николаевич, вы там за заморозку тарифов ЖКХ, ЖКХ вообще надо это отменить. Ну это к марксистам, конечно, да, они, естественно, это отменят. То есть, конечно, тарифы отменять нельзя надо. Почему? Потому что совсем. Ну вот вы работаете на электростанции, правильно? Вы на эту электростанцию закупаете горючие, ну, где газ там, где мазут, где уголь. Ну а кто будет платить? Другой вопрос, что мы эти тарифы можем снизить. Почему? Убрав вот эту частную прослойку. Ведь что они делают? Они у той же самой ТЭЦ. По нормальной цене закупают для вас тепло и вам перепродают в разы. Вот они зачем вообще нужны? Понимаете? Потому что они же сами ничего не производят, абсолютно. И даже у нас глава Федеральной антимонопольной службы, правительство, вот, он же что говорит? У нас, говорит, в соседних регионах тарифы ЖКХ в разы различаются. Хотя поставки идут, например, с одной и той же ТЭС. Почему? Потому что эти частные компании связаны с губернаторами. С мэрами. И они от балды абсолютно назначают эти вещи. Что мы предлагаем, в отличие от этих болтунов? Мы предлагаем эти частные управляющие компании съесть просто полностью, да, и перевести систему жилищно-коммунального снабжения населения на государственный уровень. То же самое. Видите, вот это вот деловой разговор, да, потому что мы вот, в отличие от этих марксистов, мы в Хабаровске считали эти тарифы. Да там, где мазутные котельные, они назначают цены вообще от балды, понимаете? Вот они считают, что вы вот столько потребили. И они, вы за это должны платить. А счетчиков никаких нет. И вроде бы, что сложно счетчик поставить? А зачем им их ставить-то? Если их поставить, так вы будете знать, понимаете, что они с вас это берут. Возьмем систему медицинского обслуживания. Тоже путинские реформы. Итак, я... Вы все, кто работает, обязаны, не можем, а обязаны платить фонд обязательного медицинского страхования. Обязаны. То есть из этих денег, типа, да, должны финансироваться больницы, госпиталя, поликлиники, которые нам же потом там услуги предоставляют. Так опять между ними частные страховые компании, то есть деньги-то мы платим не в больницу, не в поликлинику, а частному страховщику, задача которого в чем? Собрать с вас как можно больше... А выплатить вам как можно меньше. Так работают все страховые компании, которые есть, понимаете? Они
Абсолютно. То есть, что мы предлагаем, опять в отличие от Болтунов, переход на бюджетное финансирование системы здравоохранения. У нас тогда триллионы рублей, которые частники разворовывают, просто освободятся завтра, понимаете? Да, у Макса это не написано, извините. И в больнице не будем лежать, пока здесь. Вот, вот правильно человек говорит. Если ты пожилой, да, частная страховая компания говорит, а чего вообще в больнице держать? То есть расходов на него много, а толку от него мало. Поэтому в Москве вводятся, например, у вас вот грабительские нормативы. Лежишь 10 суток, не вылечился, но свободен, иди гуляй отсюда. Больше денег. А в 70 лет уже выгоняются. А в 70 лет уже скорая кое-где не берет. Опять, это не потому, что это где-то неправильно написано. Это система, которую специально воткнули в эти сферы при Путине, я должен сказать. И когда мы придем к власти, мы их просто уберем. Как в нормальной стране вернемся к бюджетному финансированию этих сфер. И расходы у нас сразу сократятся в разы. Вы думаете, откуда я это знаю? Американцы пытаются уйти от этой страховой системы. Вы помните, Обама там пытался это сделать. А знаете почему? Я читал доклад президента Соединенных Штатов по их системе здравоохранения. По их данным США. В год 3 триллиона долларов частные страховые компании берут с пациентов за ненужные или вредные услуги, которые абсолютно им не помогают. Задача просто срубить бабла с людей, понимаете, и выписать им не тот препарат, который им нужен, а тот, который просто дороже стоит, правильно? Опять, они уходят от этой системы, пытаются это сделать. И знаете, что меня радует? Когда Обама пытался... У него не получилось, я сразу могу сказать. Пытался этих частных страховщиков подвинуть. Это фармацевтическое лобби организовало против него демонстрации. Знаете, под каким лозунгом? Нет советской медицины. Боятся, значит, уважают. Вопрос, пан Андрей. Олег Сергеевич Басаркин. Конечно, тут их воруют. Олег Сергеевич Басаркин, представитель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Человек. Николай Николаевич, у нас вызывают диссонанс, на самом деле, когда мы к вам обращаемся и говорим, что, мир изменился, что есть технологии, существуют открытия, изобретения, то есть мир не стоит на месте, которые могут помочь. Я думал, что стоит на месте. Которые могут помочь прийти к вам к власти. Когда мы к вам обращаемся, вы говорите, как мы... Им это не надо, так мы и не к ним обращаемся, а к вам на эту тему. Каким образом к вам можно, ну, с вами можно там, войти в контакт, показать вам эти технологии, эти изобретения? Ну вот не молодой же девушке, представитель... Собственно говоря, что вы имеете в виду? Не надо, против молодой девушки. Нет, квалификации. Нет, извините, мы вам оскорблять людей здесь не дадим. А при чем здесь оскорбление? Это не оскорбление. Вы знаете, например, Гайдар в 15 лет, полком команды. Надо говорить, Николай Николаевич, лично я с 18 года поддерживаю вашего движения до начала этого движения. Его в 18 не было еще пока. До начала движения, на опережение. Молодец. Это практические вещи. Значит, насчет конкретного вопроса. С молодой девушкой вам придется пообщаться, если, потому что она возглавляет у нас ячейку, ее выбрали. Теперь, что касается вот изобретателей. У меня отец тоже, между прочим, член ВАИР был. Да. Вы знаете, что такое ВАИР? Вы знаете, да. Ну, Союзное общество изобретателей-рационализаторов. Но ведь опять, вы поймите, вот казалось бы, какое, почему, скажем, в СССР регистрировалось до 50 тысяч? В СССР регистрировалось до 50 тысяч всяких изобретений, патентов, открытий и так далее. Сейчас мы отстали по этому показателю, там, я про Америку не говорю, от Дании отстали. Опять, казалось бы, почему? Ну что у нас народ отупел, что в конце концов? Нет. Вы знаете, почему у нас вот этого всего нет? Можно потише, пожалуйста? Девушка, вас слушали. Вот, кстати, все вы характеризуетесь одним, да? Вот вы сказали, а там хоть не расцветай называется, да? Так вот, у нас, смотрите, вот как вы думаете, где больше всего используется в мире роботов и манипуляторов? Ну, то, что обычно принято там, вот у нас связано с техническим прогрессом. В каких странах? Япония. Япония. Германия. И Германия. Причем, я вас уверяю, все роботы, которые используют японцы, изобрели американцы.
все. Японцы сами ничего не изобретали. Но в Америке этих роботов меньше. Вот казалось бы, да, в чем дело? А вы знаете почему? Потому что в Японии и Германии очень высокая заработная плата. Как это связано? Да очень просто. Предположим, предприниматель, ну или государственная компания думает, вот что ему, значит, нанять людей или купить робота. Робот дорогой, конечно, с самого начала. Но зарплата людей настолько высокая там, да, и профсоюзы следят, чтобы она не падала, что в принципе робот примерно схож. Его стоит брать. Возьмите Россию. Сейчас политика властей простая. Вы помните, что Путин говорит? Путин, я уж не говорю про этих всех грифных. Что у нас низкая производительность труда, что у нас население слишком много получает. Ну, то есть, оно, условно говоря, они вам что хотят сказать? Да, вы получаете 20 тысяч, но вы и на 10-то не наработали. Хотя, опять, любой человек нормальный, вменяемый, скажет, что если вы будете топором работать хоть 15 часов в сутки, понимаете, вы много не наработаете, если у вас станка хорошего нет. Возникает вопрос, почему нет станка? А его невыгодно иметь. Лучше набрать рабов по 20 тысяч, понимаете? Они вам все это сделают. Да, плохого качества. Но наши товары, которые продаются за границу, это ведь сырье. Понимаете, там особо ничего обрабатывать не надо. Наоборот, чем меньше зарплата, тем норма прибыли просто больше. Вот вам пример. Мне немецкий посол года два тому назад похвалился. Но я, честно говоря, не был рад. Вот вы знаете, Николай, ну, господин Платошкин, вот наш концерн Volkswagen переносит производство автомашин из Мексики в Калугу. Потому что в Мексике люди больше получают, чем в Калуге, нам это невыгодно. Класс, правда? Ну, то есть можно, конечно, радоваться, да, что у нас вот люди получают еще хуже, чем в Мексике. Поэтому для того, чтобы нас внедрялись достижения научно-технические, производство у нас должна быть высокая заработная плата и обязательно государственная поддержка. Вот эти все сказки, что в Америке какой-то самоучный изобретатель, он там что-то в гараже может сделать, там все это ерунда. Все достижения последнего времени, интернет и прочее, это достижения государственных компаний, связанных с оборонными технологиями в основном в Америке, понимаете, которые потом просто пошли в народ, что называется. Поэтому без мощного государственного сектора в науке и самое главное, без роста заработной платы населения никаких изобретателей, рационализаторов у нас не будет. Потому что при нынешней модели сырьевой, отсталой российской экономики это все просто никому не нужно. И нам надо не письма куда-то писать, не технологии разрабатывать, а менять экономическую систему в нашей стране, делая восприимчивой к тому, что называлось изобретательством. Видите, даже марксисты стали слушать-то. Так, друзья, у нас еще с вами буквально времени осталось на 2-3 вопроса, потому что мы не хотим злоупотреблять гостеприимством тех, кто нас сюда позвал. Итак, спасибо огромное этому залу, поэтому давайте компактно. Я еще скажу совершенно маленькое заключительное слово. Вы уже, наверное, догадались о чем, поэтому... Компактно. Шутов, Андрей Михайлович. Вот, земляки, надеюсь, поймут. Тверские козлы рады приветствовать Тамбовского лока. У нас люди. Я думаю, это шутка. Вот. А у меня не вопрос, а предложение такого плана. Давно-давно для временной системы одну онлайн-трансляцию с выборным участком. Но смотреть онлайн-трансляцию, когда полицейские гоняют шары и как детишки пляшут хоровую, это интересно. Можно ли как-то это регламентировать? То есть точка установки камер. Дело в том, что эти записи по закону должны храниться 3 месяца, по-моему. Вот. И в связи с этим, что онлайн-трансляция почему-то прекращается, как только закрывается участок. А самое интересное, пока это после, когда считают, онлайн-камера на стол, онлайн-камера на журнал. Как вы к этому относитесь? Да, понимаете, вот когда вы задаете вопрос, а почему они там этого не делают? Ну что это спрашивают? Это все понятно. Вся система настроена на то, чтобы помешать нам по возможности выиграть выбор. Это ясно. Но! С другой стороны, а вам кто на участке запрещает пользоваться мобильным телефоном? И сразу выкладывать это в сеть? Никто. Ну, я понимаю, что сейчас мобильный телефон, но, слава богу, это не то, что там вот, да у всех, наверное, есть, в конце концов, да? Что касается там в сеть, ну, в интернет выложить или передать в штат, ну, может быть, не все, как бы, этой техникой владеют, но здесь ничего сложного нет, и мы
обучим этому, ну я не знаю, там, за 10-15 минут. Ничего сложного нет. Кстати, могу сказать, что госпожа Панфилова, которая меня вчера порадовала, это глава нашего избиркома, ее же спросили, а чего мы будем голосовать вот за все поправки сразу, давайте вот один. Она говорит, ну это как комплексный обед. Голосуйте за все. Что-то вкусно, что-то невкусно. То есть я хочу подчеркнуть, что она же, например, сказала, у нас нет денег на прямую трансляцию с избирательных участков. Ну, в тот момент, когда будет голосование. При этом они запланировали на эту лажу, которая вообще никому не нужна, 15 миллиардов рублей. Это два годовых бюджета Твери, понимаете? Вот даже ну, по нынешним размерам. При этом денег нет, там, держитесь и все остальное прочее. Друзья, я на этот счет вам анекдот просто приведу, вот что делать. Ну что делать, вот они делают вот это, вот они делают вот это, они это и будут делать. Пожилой человек умирает, вот вокруг него собрались и говорят, вот ты сейчас мир иной ведешь, ты чай так здорово заварил вообще, ну поделись секретом, что же делать? Кладите больше заварки. Поэтому на каждый их трюк должен быть наш, на каждый их трюк лишний наблюдатель, на каждый их трюк разъездная группа, которая у нас ездит по участкам и смотрит, что они делают, хотя бы своим видом показывает, что нам вот на это все не наплевать. Друзья, самый главный наш противник сейчас, наше неверие в собственные силы и пассивность, больше ничего. Нас подавляющее большинство. И мы должны им это все показать, начиная с 22 числа. Ну давайте еще финальный вопрос. Дамы у нас есть какие-то? Николай Иванович, Сергей Яровский, Томский государственный университет, эстрад, директор РУДУ. Сегодня одни историки у нас. Депутат Тверской городской. Депутат Тверской городской? От какой партии? А, как вы назвали? Соглашательская. Ну, видите, самое главное, что человек не отрицает, молодец. Справедливая Россия. Николай Николаевич. Кстати, почему Справедливая Россия поддержала путинские поправки в Конституцию? Фракция Справедливая Россия в Госдуме. Я там не работаю. Молодец, я там не работаю. Ну, да. Николай Николаевич, на правом фланге сейчас раскачивают и работают достаточно мыслящие люди, Валерий Соловей, профессор, Дмитрий Потапов, они же Навальный, они же молодежи привлекают. А, когда власть выпадет из рук нынешних. Мы ее возьмем. А это произойдет, безусловно, уедет в ставку Могилева, да? Потеряет свое время. Вдруг подберут, они ребята ушлые и очень привлекательны для молодежи. Мы ждем от вас каких-то прививок по поводу либеральных правых идей. Для молодежи. Серьезный очень проект. Прививка у меня простая. Какого черта вы поддержали пенсионную реформу? Вот такие, как вы, раскатывают ситуацию в стране, понимаете? Такие, как вы, не дают людям жить нормально. Справедливая Россия не поддерживает. Они вынуждены вообще ездить отсюда на работу в Москву. И прививка это не госдеп, который вы плетете, не какие-то агенты империализма. Главный агент империализма – это правительство Российской Федерации, мешающее своему собственному народу достойно жить. И вы тут стрелки не переводите. Наша задача – убрать их от власти законными методами. Вы нам в этом помешать не сможете своей полтомлёй про раскачивание лодки. Не собираюсь. Мы с вами в одной лодке не находились и не находимся. Ваша лодка – это Куршавель, Лазурный берег. И Флорида, а наша лодка Российской Федерации. Так, дорогие друзья, ну давайте все-таки закончим с вами на оптимистической ноте. Сегодня у нас 7 марта 2020 года. От всей души поздравляю наших милых жен, сестер, матерей, бабушек с Международным женским днем 8 марта. Здоровья вам! И пока вот есть люди такие, как вы, наша страна не погибла. Спасибо вам огромное. Thank you.
Thank you.